пойдем прогуляемся. Сто лет уже не были возле моря. Ступеньки сняли, чтобы не лазили. Скамеечка любви. Чтобы не смогли сидеть по краям друг от друга, а сделать так, чтобы они так раз и съехались. Песочек. Ребят, всем привет! Вот это прохладненько здесь, конечно. Ветерочек такой, морской бриз. Воздух свежайший, морской. Запах такой прям класс. Ух, а, конечно, очень зябко, не так, как летом. Да, ребят, на самом деле капризы сегодняшней предзимней погоды заставляют большинство крымчан в выходной день сидеть дома. Ну а для нас, как и у природы, нет плохой погоды, и мы отправляемся в очередную семейную прогулку в курортный поселок Черноморское, который расположен в западной части Крымского полуострова. И, конечно же, подышать морским воздухом, полюбоваться красотами Крыма, ну и совершить полет над Черным морем, облететь узкую бухту и ее окрестность. Ребят, обратите внимание, вдали виднеется Маякское озеро. Так вот, это небольшой соленый водоем лиманного происхождения, который находится неподалеку от поселка Черноморское, практически в самой западной части Крыма. Некоторые ученые даже выделяют отдельный полуостров, который так и называется Маякский. Он, ребят, впивается в морскую гладь и граничит на юго-востоке с Акмечетской бухтой, а на северо-востоке с Акмечетским заливом. Скорее всего, название озера полуострова пошло от маяка, который когда-то освещал путь кораблям, бороздившим просторы Черного моря. Маяка давно уже нет, а память о нем осталась. Ребят, видите эти ржавые сваи старого причала? Так вот, этот причал был построен по приказу самого графа Воронцова, хозяина местной экономии, на небольшом выступе, удобном для подхода торговых судов и шлюпок. Существовал он довольно долго, вплоть до 90-х годов 20-го столетия, и, как оказалось, скрывал под собой оборонительное укрепление конца 18 века. Есть все основания утверждать, что этот объект посещал сам Суворов. Рядом с Суворовским редутом находится мемориал морякам-подводникам, погибшим на подводной лодке Щ-216 у берегов Тарханкута. И памятник Федору Ушакову, великому русскому флотоводцу. Под его командованием не был потерян ни один российский корабль, ни один матрос не попал в плен к врагу. Федор Федорович Ушаков был одним из создателей Черноморского флота, а с 1790 года его командиром. Благодаря ряду крупнейших побед над турецким флотом, Россия смогла установить прочный мир в Крыму. Пролетели по самому пляжу и долетели до Колос-Лимен. Ребята, сейчас мы с вами полетаем над древним городищем Колос-Лимен, и давайте я вам расскажу немного истории об этом городище. Первыми жителями Черноморска были эллины. Они появились на берегу нынешней бухты Узкой в период греческой колонизации, около 4 века до нашей эры. Они основали здесь город Колос-Лимен. С древнего переводится как «прекрасная гавань» или «счастливая гавань». Колос-Лимен был одним из важных центров сельскохозяйственной округи
округе Хоры, подчиненный древнегреческому городу-государству Херсонес Таврический. Во втором веке до нашей эры, период греко-скифской войны, город был захвачен скифами, потом освобожден прибывшими сюда херсонеситами. Тем не менее, греки не имели сил долго удерживать колосс Лимен в своих руках, и в северо-западном Крыму утвердили скифы. По предположению ученых, скифы оставили колосс Лимен в 3 веке нашей эры. Друзья, я думаю, вам понравилась такая аэроэкскурсия. Оцените, пожалуйста, лайком. Это будет ваше спасибо. И если вы еще не подписаны на канал «По Крыму с позитивом» на YouTube, или вы сейчас смотрите на Яндекс.Дзене, канал называется «Крымские маршруты», не забудьте подписаться. Пролетели над колосс Лимен, древнее городище. Мы в том году, вроде или позапрошлом, мы вам его показывали. Зарядился энергией, получил массу удовольствия, получили и детки, и Аленушка, конечно, круто. Просто собираюсь, ребят, и идем подальше от моря, потому что очень холодно, очень. Ах, у меня вот такой вот рюкзачок, специально взял его, чтобы носить дрон. Ну, воздух прям супер. Этот морской воздух, всегда не надышишься им, прям класс. Ух. А, холодно. Даже тяжело думается, от такого воздуха прям пьянит. Здесь просто надо наслаждаться. Друзья, здесь просто надо наслаждаться этой красотой. Посмотрите, какие тучки над нами. Да. Скоро, наверное, пойдет точно снежок. От моря, конечно, не очень хочется уходить. Ну, очень холодно. И придется. Потому что мы здесь долго не сможем находиться. Заболеем. Все.